Саламу алейкум. Добрый день, друзья. Приветствуем вас на канале на моем. Сегодня вот тоже вышел на коп. Поле такое чужое нашел. Но если подойдут, там скажут, нельзя, уйду. А пока рыть будем. Ну вот из вот этой вот лунки, ямки, вот такое вот кольцо я достал, обручальное вроде. Что-то такое, если не почистить, или как невидимки называется, что-то такое почистить, видно будет, что это такое. Вот это не шайба никакая, что написано, ничего не видно, просто надо будет почистить. Часа два я здесь на поле, вот от того конца вот сюда дошел, метров 100 оттуда и назад, вот так я хожу по полю, рядки делаю. Ничего нету здесь, одни железки. Я на все металлы поставил, даже это не убрал, как его, дискриминацию не убирал, поставил на полную. Ну и вот достал вот это вот колечко, может что-то еще есть, посмотрим, будем искать. Сегодня думаю дойду до вот этого конца, до берега реки, там река течет, а так видно будет, так что будем смотреть. Уже охота вся пропала, скажу честно. И надоело даже. Ну, сейчас будем продолжать. Але оставайтесь на канале. Если ничего не найду, вот на этом и закончу. Если продолжим, будет еще видео. Он где я был. Решил вот с того конца и туда перебраться. Вот по пути я нашел одну штучку, года где-то, какого сейчас, 1600, ну такого, вот она штучка, третий век до нашей эры, очень драгоценная штучка, вот ее я нашел на этом поле, наверное, инопланетяне прилетали, оставили. Если не они, то кто? Вот так вот. Лазер. Вот такие вот дела. Пользовались, значит, лазером. В наполеоновские времена. Ну что, пойдем дальше до конца. Уже неохота даже. Часа два я здесь брожу, ничего не нашел. Кроме этого колечка или как его. Может и шайбы, не знаю даже. Будем смотреть. Я и домой доеду. Почище. Увидим. Али. До следующего. Ту стройку начал, для него вот такой вот крюк для дома пригодится, могу отправить тоже. На вот этом поле нашел, так, это крюк для трактора, то пахал здесь или что, интересно. Ну, кто знающий, для чего ерунда это? Для плуга или? Вот сейчас я даже учусь все это делать, и такое вот заметил я. На металл реагирует, на большой, так как на все металлы поставлено. Ну,
Два звука он издает. Наверное, из-за того, что железка большая. Так, отодвинем. Так, этот лопату, видать. Лопату в сторону. Все. Ничего тут больше нету. Железку на место, ямку и зарубаем вот так вот. Все. Идем дальше. Не отошел я тут этой ямки далеко. И тут на железку. Я говорю, сразу на железку сигнал у меня. Просто ради спортивного интереса. Сейчас буду смотреть, что у нас тут. Какая-то крышка от бака, от тракторного. Видно было, что железка сразу. Говорю. Может, медальончики-то. Крышка от бака. Закапываем. Это сколько ты поставил на все металлы вот рою? Наверное, сейчас обратно пойду уберу. Надоело весь мусор копать. То, что мы сейчас и сделаем. Ставим на драгоценные металлы, на монеты, на золото. Вот показываю. Дискомбинацию выбираем. Раз, два, три. Все. Сейчас вот эти вот железки больше он ловить не будет. Если монета, золото, бронза. Так, если железо будет, то только крупное железо. А так. Ну что, пошли дальше.